ему удалось скрыться. И 22 марта 339 года Григорий торжественно вступил в Александрию, где началось форменное гонение на сторонников Афанасия. Евсевиане еще раз торжествовали. Но не такой был человек Афанасий, чтобы уступить силе. Это был человек с железной энергией, абсолютной верой в правоту своего дела. И испытания, в которых прошел весь жизненный путь великого Александрийского отца и учителя, казалось, только укрепляли его. Началась поистине эпическая борьба этого великана со всеми стихиями, соединившимися против него. Скрывшись где-то поблизости от Александрии, он разразился своим знаменитым окружным посланием, которое современный историк назвал одной из самых патетических страниц церковной письменности. Это был крик о помощи. «То, что произошло у нас, превосходит по горечи все гонения. Вся церковь изнасилована, священство поругано и еще хуже. Благочестие преследуется нечестием. Пусть каждый поможет нам, как если бы каждый был затронут из опасности увидеть попранными церковные каноны и веру церкви». Очень скоро мы видим Афанасия в Риме, куда постепенно стекаются и другие жертвы евсевианского террора. До этого времени Запад не принимал никакого участия в постникейской смуте. Единосущие было принято им без споров и сомнений, и только теперь через Афанасия и его друзей узнают там о положении дел на Востоке. В восточную трагедию вступается новый римский мотив. Казалось бы, дальнейшее развитие событий можно выразить в простой схеме. Православный Никейский Рим, защищающий Афанасия против еретического Востока, стремящийся его самого вернуть к истине. Трагедия же его в том, что свою защиту Никея и Афанасия папа Юлий облекает в такие римские тона, которые сделают сопротивление ей Востока, объединение его против Рима неизбежным. Восток же, отвергая Афанасия и никейскую веру, одновременно защищает то исконное понимание церкви, от которого он не откажется, даже и вернувшись в конце концов и к Никее, и к Афанасию. Уже с конца II века видим мы постепенное зарождение и развитие на Западе римского самосознания. Римская церковь была там древнейшей церковью, единственной апостольской кафедрой, освященной именами и кровью апостолов Петра и Павла. Христианство на Западе развивалось из Рима, так что большинство западных церквей видели в римской церкви церковь-мать, от которой получили они предание веры и апостольское преемство. Но если положение Рима на Западе было исключительным, то и на Востоке церковь апостола Петра пользовалась особым уважением, так что же Игнатий Антиохийский называл ее председательствующей в любви. После заката Иерусалимской апостольской общины Рим, несомненно, стал первой церковью, центром того вселенского единства и согласия, которое противополагал Ириней Леонский дроблению гностических сект. Но вот очень рано появляются первые тревожные признаки. Свое, никем не оспариваемое первенство, римские епископы все более и более склонны рассматривать как особую власть, председательство в любви, как председательство во власти и авторитете. Так, в 190-192 годах папа Виктор в ультимативной форме требует от восточных церквей, чтобы те приняли римскую практику празднования Пасхи. Рим совершал это празднование в первое воскресенье после еврейской Пасхи, тогда как на Востоке оно совпадало с еврейским праздником. Свое требование Виктор основывает на авторитете апостолов Петра и Павла. Ему отвечает один из старейших епископов Востока Поликрат Ефесский. Он, в свою очередь, ссылается на предание, дошедшее до него непосредственно от апостолов, то есть попросту отвергает претензию Рима, навязывая свою практику другим церквам. «Я 65 лет живу в Господе, я прочитал все Священное Писание, и я ничего не боюсь, сколько бы мне ни угрожали. Более великие, чем Виктор, говорили, лучше слушать Бога, чем человеков». На этом окружном послании Виктор Поповца отлучает малоазиатские церкви от общения с Римом. И эта решительная мера вызывает протесты даже там,
где держатся римской, а не восточной практики. Позднее, в середине III века, в вопросе о крещении еретиков возникает спор между Римом и Африкой. Папа Стефан тоже требует безоговорочного подчинения римскому решению. Африканские епископы устами Киприана Карфагенского отвечают: «Никто из нас не выдает себя за епископа епископов и не прибегает к тирании, чтобы получить согласие своих собратьев. Каждый епископ в полноте своей свободы и своего авторитета сохраняет право думать за себя. Он не подсуден другому и не судит других». Еще резче отвечает Стефану Фермилиан Кесарий Каппадокийской, один из толпов Восточной Церкви: «Много различий в Церкви, но все дело в единстве духовном, в единстве веры и предания. Что за дерзость претендовать быть судьей всех? Стефан этим сам себя отлучает от вселенского единства епископата». Таким образом, очень рано мы видим одновременное признание вселенского значения Рима как первой церкви, как выразительницы общего согласия, общего единства, но и реакцию на специфическое римское истолкование этого значения. Но каждый раз это реакция по конкретному вопросу. Вопрос о римских претензиях ни разу не ставился по существу. И это позволит им постепенно развиться в уже целое римское предание. Когда Восток, да и Запад, столкнется с ним, будет поздно. Для самого Рима это предание будет освящено древностью, будет восприниматься как исконное. Непонимание перейдет в расхождение, чтобы завершиться, наконец, разделением. В истории этого медленного расхождения арианская смута – важный этап. Афанасий обращается в Рим, потому что на Востоке ему уже не к кому обратиться. Евсевиане пишут в Рим, чтобы свое осуждение Афанасия сделать вселенским осуждением. Оба обращения находятся в линии того понимания вселенского единства Церкви, которое мы уже наблюдали во II и III веках. Понимание его как вселенского общения, как единства линии. Но папа Юлий воспринимает их уже по-своему, в свете из-под воль развившегося специфически римского предания. Свою роль он мыслит уже как роль арбитра восточных дел. Он пишет на Восток, требуя решения всего дела на соборе в Риме, причем назначает и дату собора. Это почти ультиматум. В Антиохии письмо папы вызвало возмущение. Не следует забывать, повторяем, что в этот момент для подавляющего большинства восточных епископов речь шла не о никейской вере, а об Афанасии. Афанасий же в их глазах был низложен законным собором, и пересмотр этого решения не на Востоке, а в Риме казался им неслыханным попранием всех канонических норм, издревле принятых церковью. На этом возмущении и стали играть главари евсевианства. Только через год по получении папского послания в январе 341 года пришел в Рим ответ, подписанный Евсевием Никомедийским, который к тому времени уже успел перебраться в новую восточную столицу, Константинополь, и двумя другими из старших восточных епископов. В ответе этом папу почтительно, но не без иронии, ставили на место. Надо заметить, что Юлий обрекал себя на трудное положение еще и тем, что вместе с Афанасием принимал в общение Маркелла Анкирского, который никейское определение толковал действительно еретически, в явно савелианских тонах, так что его осуждение на Востоке уже было несомненно правильным. В богословских тонкостях на Западе разбирались плохо, и Никею приняли чисто формально, а потому и в Маркелле не увидели ничего, кроме страдальца за истину. Но с Востока Юлию предлагали сделать выбор между двумя осужденными беглецами и всей Восточной Церкви, единодушной в их осуждении. Получив такой ответ, Юлий немедленно собрал в Риме собор италийских епископов, на котором торжественно провозгласил свое согласие с Афанасием и Маркеллом. В новом послании восточным епископам римская точка зрения выражена им уже без обиняков. «Разве вы не знаете,
что обычай таков, чтобы нам писали сперва, и чтобы здесь совершалось правосудие. То, что я пишу вам и что говорю, мы приняли от блаженного апостола Петра». Юлий вполне искренен, морально он выше, чем евсевиане, и его посланием, возвышенным и достойным, по праву гордится католический Запад. Но в том-то и вся трагедия, что, защищая истину, он действительно нарушал предание Восточной Церкви, никогда не слыхавшей о таком обычае, почти заставлял ее объединяться против себя. Восток и ответил большим собором, собравшимся летом 341 года в Антиохии для освящения Великой Золотой Церкви, которую Константин не успел достроить до своей смерти. На соборе присутствовало около 100 епископов. И ничто не скрывает лучше всей несводимости церковной истории к прямолинейным схемам, чем тот факт, что собор этот, снова осудивший Афанасия, в предании Восточной Церкви остался, тем не менее, как один из авторитетных поместных соборов, и принятые им каноны доселе входят в канонические сборники. В Арианской смуте Антиохийский собор 341 года оказался переломным моментом. Здесь впервые после Никеи Восточная Церковь снова вступила на богословскую почву. Евсевиане хотели не богословских споров, а простой ликвидации защитников единосущия. Но теперь необходимо было ответить на западное обвинение в ереси. Оно требовало именно богословского ответа. Вернувшись к богословию, восточные епископы вступили на путь, который после десятилетий мучительных искажений приведет их к уже сознательному принятию Никеи. В ответ на обвинение папы, отцы собора торжественно подтвердили старый доникейский символ веры, приписывавшийся Лукиану Антиохийскому, в котором вера в Иисуса Христа была выражена так: «Бога от Бога, целого от целого, единого от единого, совершенного от совершенного, царя от царя, неотличный образ божества Отца как существа, так и силы, воли и славы Его». Как замечает профессор Карташов, это была устаревшая форма доникейского учения о том же единосущии, но старой словесной оболочке. Между тем, именно согласие своего с единосущием и не видели антиохийские отцы, как не видели и того, что только никейское определение до конца и предельно точно выражает то, о чем говорят они в стольких образах. Совершенное божество Сына – совершенное единство Его с Отцом. Напротив, единосущее казалось им чуждым и опасным словом. И теперь подтверждение этого они находили в ереси Маркелла Анкирского. В возврате к савелианскому смешению Сына с Отцом, а Рим принимал Маркелла. Невозможно таким образом говорить о борьбе православного Запада против еретического Востока. Для недоразумения и непонимания было слишком много причин с обеих сторон. Многое должно было перегореть в очищающем огне страданий и разделений. Мы не можем, конечно, излагать здесь историю этого очищения сколько-нибудь подробно. Укажем только на самое основное. Антиохийский собор 341 года делал как будто возможным богословское соглашение с Западом. Но оставался вопрос о лицах, об Афанасии прежде всего. Под давлением западного императора Константина решено было рассмотреть его на Вселенском соборе в Сердике, Софии. Но едва собравшись в 343 году, собор сразу же разделился, и снова из-за непонимания западными всей сложности положения. Восточные соглашались на общий пересмотр дела Афанасия, но до этого пересмотра считали его низложенным и настаивали на его отсутствии во время разбора. Но западные отказались исполнить это условие, ссылаясь на оправдание Афанасия Римом. Собор раскололся, и начавшееся сближение было сорвано. Между тем политическое давление Константина на брата продолжалось, а военное положение на Востоке делало Констанция особенно чувствительным к нему. Дело дошло до того, что когда в 345 году умер Григорий Александрийский, Констанция, не прибегая ни к какому церковному обсуждению,
просто позвал Афанасия занять свое прежнее место. Понимая, чему он обязан этим вызовом, Афанасий потребовал письменного рескрипта. И, так как он никогда не признавал своего низложения, вернулся. Это возвращение было триумфом. Даже самые ярые враги смирились перед совершившимся фактом. Но очень скоро политический ветер снова переменился. В 353 году, после ряда междоусобных войн, Констанций оказался единодержавным хозяином всей империи и сразу показал, что его примиренческая линия объяснялась только политическим оппортунизмом. Ариане и полуариане оказывались неизмеримо послушнее государственной власти, чем никейцы. Ему и стали они опорой. Началось повсюду изгнание никейцев, но Афанасия пока не трогали, ведь Констанций вызвал его личным рескриптом. И император, и его советники понимали, что пока Афанасий опирается на Запад, его осуждение не может стать вселенским. Поэтому прежде всего нужно было сокрушить Запад, его ввести в повиновение государственной власти. В Риме в 352 году умершего Юлиана сменил папа Либерий. От него император потребовал собора и осуждения Афанасия. Папа попробовал защищаться, но безуспешно. В 355 году 300 западных епископов в Милане, где в то время находился двор, уступили грубой силе. «Моя воля, вот для вас канон», сказал Констанций на просьбу епископов канонически исследовать вопрос. И все, все, кроме твердых, подписали осуждение Афанасия. Твердых немедленно сослали. Сослали и Либерия, отказавшегося признать решение собора. А императорские чиновники обходили весь Запад, собирая подписи от епископов. Через 40 лет после обращения Константина церковь лежала раздавленная у ног его сына. Оставался один Афанасий, живой вызов насилию, свидетель независимости церкви. И вот в ночь с 3 с 8 на 9 февраля 356 года, когда Афанасий возглавлял бдение, храм был оцеплен солдатами. По приказу епископа народ запел «Хвалите имя Господне» и стал расходиться, а вместе с ним, незамеченный в темноте, вышел и Афанасий и исчез на 6 лет. Напрасно раздраженный Констанций приказывал обыскивать все монастыри Египта. Пустыни и монахи скрыли своего епископа. И сразу же раздалось его громящее и обличающее слово. За годы подполья он написал свою уничтожающую для императора апологию Констанцию и историю Ариан, где вскрывал всю богословскую диалектику после никейской смуты. В торжествующем насилии он один оставался непреклонным. До сего времени никто еще открыто не выступал против Никеи, и только вопросом о лицах и общим сопротивлением Западу арианское меньшинство могло создавать видимость единства восточного епископата. Но теперь руки были развязаны, всякое сопротивление уничтожено. На всех главных кафедрах сидели послушные исполнители предписаний придворной олигархии. И вот осенью 357 года в Сирмии на Дунае ариане сбросили маску. Ими было составлено вероопределение, так называемая вторая сирмийская формула, уже почти открыто арианская, и от епископов стали требовать его принятия под угрозой государственных санкций. Сирмийский манифест, подтвержденный императорским авторитетом, как труба прозвучал от одного конца империи до другого. Но эта последняя победа, этот апогей арианства, и оказался роковым для него. Сирмийский манифест был до такой степени откровенно арианским, что не мог не вызвать реакции всех здоровых элементов против Афанасия, Маркелла, Рима. Теперь распалась и Восточная Церковь, не осознававшая доселе всей опасности, стала выздоравливать. Выздоровление это было медленным, и в нем с новой силой сказалась вся тяжесть государственного фактора, этого неустранимого отныне бремени церковной жизни.
Началось дробление епископов на богословские партии, составление все новых и новых вероопределений, борьба, взаимные отлучения, соборы и съезды. Позднее историк церкви Сократ сравнивал это время с ночным побоищем, когда никто не знает, где враг и где друг. Арианство привело к фактическому отрицанию самой сущности христианства. Это с особой силой показали эпигоны Ария, так называемые аномеи, утверждавшие абсолютное отличие Христа от Бога. И никогда еще не осознавала церковь так ясно необходимость четкого богословского ответа, твердого исповедания веры, как тогда. Все поняли, что простые ссылки на прежние символы недостаточны. Образные выражения, употреблявшиеся в них, ариане истолковывали по-своему. А между тем никейское единосущие все еще казалось подозрительным. Поэтому первая богословская реакция на арианство объединила большую часть восточных епископов вокруг слова «подобо сущие». Сын подобо сущен отцу, то есть такой же природы, что отец. Это был первый шаг. Сделав его, восточные тем самым признали необходимость философских слов для выражения веры. Они сами становились на путь, за который до этого осуждали защитников Никеи. Но арианам еще раз удалось одержать верх. Комиссии, которая по приказу Констанция должна была подготовить новый Вселенский собор, им удалось убедить растерянных епископов, что все зло происходит от употребления слова «сущность», и что лучше всего просто запретить его, назвавши сына подобным отцу во всем. Новое разделение, новые споры. Утомленный Констанций решил объединить всех на расплывчатом богословском минимуме. Точный символ оказывался предметом разделений. На соборе, собранном в Константинополе для освящения храма Святой Софии в 360 году, было провозглашено, что сын подобен отцу, но отброшено уточнение во всем. Такое определение могло быть принято кем угодно, кроме, конечно, крайних ариан. Но оно лишало веру церкви и ее жизненного содержания, радостной уверенности в воплощении нашего ради спасения самого Бога. Одновременно за различные мнимые преступления были низложены и сосланы все несговорчивые епископы. Над церковью воцарилась новая государственная вера. Констанции могло казаться, что он завершил дело своего отца и достиг вожделенного мира в церкви. Но именно потому, что этот мир был основан на бессодержательном компромиссе, был миром ради мира, а не в истине, он должен был рано или поздно кончиться. Через полтора года после торжества омиев, так названа была новая государственная церковная коалиция от слова «омус» подобный, Констанций умер. На смену ему пришла реакция, но уже не против того или иного богословия, а против самого христианства. На 2.5 года империю осенила загадочная и трагическая тень Юлиана Отступника, 361-363 годы. Первым его актом было восстановление полной религиозной свободы. Император надеялся, говорят, что благодаря ей христиане окончательно перессорятся между собою и дискредитируют в глазах всех свою веру. На деле короткое царствование Юлиана показывает, что, предоставленная сама себе, церковь вступила на путь самостоятельного разрешения своих трудностей. Еще раз великий Александрийский изгнанник Афанасий с триумфом вступил в свой город. Правда, ненадолго, ибо узнав о том, что он крестил несколько язычников, Юлиан издал эдикт об его изгнании, и Афанасий скрылся. Но короткое время, проведенное им в Александрии, отмечено из величайших исторических деяний. Это Александрийский собор 362 года. Больше, чем от кого бы то ни было, можно было ожидать от Афанасия ригоризма и непримиримости. Столько лет гнал его весь антиникейский Восток. И вот Афанасий, всю свою жизнь до конца споривший о никейском определении, ни разу не усомнившийся, не дрогнувший, даже тогда, когда, казалось, вся церковь была едина в его отвержении. Афанасий, первый,
своим церковным сердцем понял, что блуждание восточных не только есть ересь, и сумел среди них распознать союзников и братьев. Он понял, что за этим отвержением было искреннее было непонимание, и в неудачах, недостаточных словах увидел совершающийся возврат к истине. Заодно это он заслуживает уже своего наименования «Великий». Этот жест примирения и был делом собора 362 года. Он торжественно подтвердил никейский символ, но дал ему такое объяснение, которое уже не могло вернуть к нему, как к единственному спасению всех тех, кто в потемках и смутах искал истины и не отчаивался найти ее. Первый возродился Запад, где отход от единосущия был вызван исключительно государственным насилием. В 363 году легионы возвели на престол старого генерала Валентиниана, который на просьбу епископов позволить им составить собор ответил: «Я мирянин и считаю неприличным вмешиваться в это. Пусть иерархи съезжаются и решают, как хотят». В этой свободе Западная Церковь попросту и целиком вернулась к своему исконному приятию никейского символа. Сложнее обстояло дело на Востоке, куда Валентиниан назначил своего брата Валента 364-378 годы, продолжавшего официально покровительствовать Омием. Внешне жизнь церкви продолжала быть расстроена. Сказывались годы разделения, взаимных обвинений и отлучений. И все же под этой печальной внешностью нарастал все более мощный поток новоникейства. Совсем особую роль в этом деле восстановления сыграли три епископа, которых принято объединять общим названием «Великие Каппадокийцы». Это Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий. Самые крупные, включая Афанасия, отцы и учители в предании церкви. Как с именем Афанасия Великого навсегда связан Никейский собор и борьба за него, так и этим трем, особенно же Василию Великому, обязана церковь его конечным торжеством. Главная заслуга их богословская. Богатые всем опытом после никейских соборов, скрывших с таким трудом, находила вера церкви свое воплощение в словах. Гениальные мыслители и философы, именно они завершили создание богословского языка, отчеканили понятия, выразили, наконец, всю глубину, все бездонное значение в афанасьевском единосущии и в никейском символе, заставили всю церковь увидеть свою истину. Светлый образ Василия Великого особенно озаряет собой эпилог этой длинной, смутной, часто казалось безнадежной борьбы. Больной, вечно мечтающий о монашеском уединении, о созерцаниях и творчестве, он, тем не менее, всю свою жизнь отдает собиранию церкви, и нет предела его такту, терпению, настойчивости. Сколько раз кажется, что нет выхода из тупика, из разделения, вошедшего уже в самую плоть церкви. Сколько обид, непонимания и клеветы. Но великий архиепископ Кесарий Каппадокийской не слабеет в своем усилии. Его служение перед смертью благословил и признал старый Афанасий, последние годы проведший, наконец, спокойно среди своего народа. Василий исполнил это служение. Он умер в 379 году, почти накануне последнего торжества Никеи, Второго Вселенского Собора, как Моисей, доведя свой народ до земли обетованной, но сам уже не вступив в нее. В арианской смуте скрывается вся сложность и двусмысленность нового положения церкви в мире. Победа часто оборачивается поражением, свобода от гонений в зависимости от власти. Надо признать, что в современном христианском сознании отрицательная оценка константиновского периода давно взяла верх над положительной. Мы стали по-новому чувствительны к эсхатологизму ранней церкви, и все яснее ставится вопрос, не роковой ли ошибкой были эти века союза и мира с государством, культурой, обществом? Не обмерщилась ли в них церковь? Не отказалась ли от единого на потребу?
И как всегда бывает в трагические моменты распада, в христианском сознании появляется тонкий соблазн развоплощения церкви, отказа от пути и ответственности, ухода в чистую духовность. Но только боль исторического поражения мешает нашей памяти, нашему уму увидеть, что в эти судьбоносные десятилетия начинается процесс, значение которого до бесконечности перерастает его же собственную историческую оболочку. Процесс рождения христианского мира. Под этим словосочетанием мы разумеем не ту или иную форму отношения церкви и государства, не внешнее усвоение обществом христианских обрядов, символов, обычаев, не возникновение христианского быта. Мы имеем в виду глубокое перерождение самого человеческого сознания, которое стоит за всем этим, почти неприметное сначала, но бесконечно важное по своим последствиям. Это прививка Христова образа человеческому уму, сознанию, совести. С Константина христианство действительно становится судьбой мира, так что на глубине уже все, что бы ни совершалось в нем так или иначе, связано с христианством, решается по отношению к нему. В этом неприходящее значение той эпохи. Номинальное обращение – таково обычно первое впечатление IV века. Действительно, внешне он наполнен спорами о христианстве. В городах воздвигаются великолепные храмы, в них все торжественнее, все красивее совершается богослужение. На облачениях появляются золото и драгоценные камни. Но видим ли мы нравственное обновление общества? Влияние христианства на законы, обычаи, на все принципы принявшего его государства? Да, Константин объявляет воскресенье свободным днем, освобождает церкви и духовенство от податей, дарует епископам право суда, ограждает семью. Но часть его христианских законов направлена на привилегии церкви, а другая, та, что действительно стремится очеловечить жизнь, продолжает еще в III веке начавшуюся эволюцию римского права в сторону филантропии. Во всяком случае мы не видим никакого резкого перелома, никакого кризиса сознания, а во многом IV век, напротив, означает больше, чем раньше, закрепощение человека. Большее давление на него государства предвосхищает железное средневековье. Но оценивая эту эпоху, мы не должны забывать, что для церкви вопрос о ее влиянии на мир ставился тогда иначе, чем он ставится теперь для нас. Мы потому можем судить и мерить прошлое христианское максимализма, христианского, что за нами века медленного прорастания в человеческом сознании этого максимализма, заразившего постепенно все стороны человеческой жизни жаждой абсолютного совершенства. Мы говорим о проблеме государства, культуры и общества. Но ведь проблемой-то они стали только в свете засиявшего в мире образа совершенного человека и совершенной жизни, в свете нового познания добра и зла. И мы часто забываем, с каким трудом, в каких борениях совершалось это прорастание. Между тем, первым, на что натолкнулась церковь, были не те или иные несовершенства и недостатки государства или общества, а язычество. И не поняв значения для христианства борьбы с язычеством, невозможно правильно оценить и достижения той эпохи. Мы думаем об язычестве как о примитивном идолопоклонстве и считаем победу над ним церкви чем-то простым и самоочевидным. Но за идолопоклонством скрывается на деле и делает его куда менее примитивным очень особое и целостное восприятие мира, глубоко укорененный в человеке комплекс идей и верований, уничтожить который было совсем нелегко. Целиком не уничтоженным и сейчас, через 2000 лет после появления христианства. В самой общей и упрощенной форме миросозерцания это можно определить как подчинение человека иррациональным силам, которые он ощущает в природе, понимание мира и жизни в нем как судьбы, зависящей от этих сил.
Человек может так или иначе умилостивить эти силы, откупиться от них жертвой, культом, до некоторой степени он даже управляет ими, магией, но не может осмыслить их и тем паче освободиться от них. Все его отношение к миру определено страхом и чувством зависимости от таинственной власти. Он заклинает, заговаривает ее, но от этого она не становится ни осмысленной, ни благой. Поэтому христианство видело в язычестве страшную ложь о мире, поработившую человека, а следовательно, ложь и о Боге. И все усилия употребило на борьбу с ней. То была борьба за человеческую душу, за освобождение ее от яда, отравившего самые источники сознания и жизни. И только в свете этой борьбы то, что нам кажется теперь обмерщением церкви, приобретает весь свой смысл. В эпохе гонений христиане были малым стадом, который уже в силу одного осуждения его законом оказывалось вне государственной и общественной жизни. Оно не могло иметь в мире никакой другой активности, кроме свидетельства словом и кровью. Но теперь положение в корне изменилось. Вслед за императором в церковь стал вливаться народ, масса. Больше того, благодаря обращению императора, церковь поставлена была даже до официального осуждения язычества на главное место в жизни императора, то есть на то место, которое до Константина занимала официальная религия. Функция же этой официальной религии в государстве и обществе состояла в том, чтобы ограждать культом и жертвоприношениями их благополучие, всю жизнь ставить под защиту богов и утверждать соответствие ее божественным законам. Если бы христианство, как многие думают теперь, было бы только эсхатологией, то есть призывом отречься от мира, всецело обратиться к грядущему царству, не от мира сего, принятие церковью этой функции действительно означало бы ее обмерщение. Но эти уже свидетельства мучеников показывало, что христиане не отделяют религию от жизни, а напротив утверждают целостную принадлежность всего человека, всей его жизни царству Христа. Весь смысл христианской проповеди был в том, что Царство Божие с пришествием Христа приблизилось и стало зерном новой жизни уже теперь, уже в этом мире. Ничего в свете воцарения Господа не может уже больше претендовать быть абсолютной ценностью. Ни государство, ни культура, ни семья, ничто. Но все подчинено единому Господу. Таков ведь смысл христианского отказа назвать Господом императора. И вот теперь сам мир принимал и признавал Господа. Под его защиту ставил император свое царство и всю империю, а церкви хотел получить ту санкцию, которую раньше ждал от богов. Могла ли церковь отказаться от этого? Конечно, нет, если сама устами Афанасия утверждала, что во кресте не вред, а врачество твари. Уничтожить язычество означало, следовательно, не просто уничтожить идолов и идолопоклонство, но и утолить ту вечную нужду, которая питала его, нужду в божественной помощи, в божественной санкции человеческой жизни и всего великого и малого в ней. Больше того, открыть истинный смысл жизни, всю ее просветить новым светом. Историки утверждают иногда, что, борясь с язычеством, христианство само восприняло много языческих элементов, перестало быть евангельским богопочитанием в духе истины. Храмовое благочестие, развитие и усложнение культа, почитание святых и их мощей, с такой быстротой расцветающие в IV веке, все нарастающий интерес к материальному в религии, святым местам, предметам, реликвиям, все это непосредственно возводится к языческому влиянию в церкви. И в этом усматривается компромисс ее с миром ради массовой победы. Но от христианского историка совсем не требуется, чтобы во имя защиты христианства он попросту отверг это обвинение. То есть, какие бы то ни было аналогии между христианством и языческими формами религии. Напротив, он может смело принять его, потому что в этих аналогиях он не усматривает никакой вины.
Христианство восприняло и сделало своими многие формы языческой религии, не только потому, что это вечные формы религии вообще, а потому и все, что весь замысел христианства в том и состоит, чтобы все формы в этом мире не заменить новыми, а наполнить новым и истинным содержанием. Крещение водою, религиозная трапеза, помазание маслом – все эти основоположные религиозные акты церковь не выдумала, не создала. Все они уже имелись в религиозном обиходе человечества. И этой связи с естественной религией церковь никогда не отрицала, только с первых же веков придавала ей смысл, обратный тому, который видят в ней современные историки религии. Для этих последних все объясняется заимствованиями и влияниями. Церковь за устами Тертуллиана всегда утверждала, что человеческая душа по природе христианка. И потому даже естественная религия, даже само язычество, есть только извращение чего-то по природе истинного и благого. Принимая любую форму, церковь в своем сознании возвращала Богу то, что ему по праву принадлежало, всегда и во всем восстанавливая падший образ. Иными словами, вопрос нужно ставить не о том только, откуда и почему восприняла церковь ту или иную форму, а о том, каким содержанием ее наполнила. Особенно интересно с этой точки зрения храмостроительство, таким пышным цветом расцветающее, начиная с Константина. Конечно, в эпоху гонений церковь не имела храмов, потому главным образом, что и не могла их иметь. Но и по существу первые христиане резко противополагали свое понимание религии тому, которое, с одной стороны, воплощалось в иудейском отношении к Иерусалимскому храму, с другой же – в языческом восприятии храма. Для язычества храм – это освященное обиталище Бога, но священное – значит отделенное от профанного, всецело ему противоположное. Храм столько же соединяет людей с божеством, сколько и отделяет его от них. В нем можно приносить жертву за людей, умилостивлять Бога, отдавая ему долги, но вне его все остается профанным и до бесконечности отдаленным от Бога. Основное же благовестие христианства было в том, что отныне своим храмом Бог избрал самого человека и уже не в рукотворных храмах живет. Разве не знаете, что тела ваши суть храм живущего в них духа? Это означало преодоление самого противоположения священному профанного, потому что Христос пришел, чтобы освятить, то есть снова сделать священным, соединенным с Богом, и человека, и всю его жизнь. Назвав себя телом Христовым, христиане не могли, конечно, не связывать этих слов со словами самого Христа о разрушении Иерусалимского храма и о трехдневном его восстановлении. Он говорил о храме тела своего. Новый храм – это они, христиане. Это их собрание, церковь. Уже нерукотворенным храмом, как раньше освящается человек, а благодати Святого Духа, живущего в нем, его самого в единстве с братьями, делающие живым храмом, то место свято, где они собраны. И святость этого собрания всякое место и весь мир может и призвано сделать храмом. Но вот сами же христиане начинают строить храмы, а со времени Константина храмостроительство становится одной из главных черт церковной жизни. Означает ли это какой-либо перелом в церковном сознании, возвращение его на протаренную дорогу храмового понимания религии? Ответ заключен в самих фактах, с первого взгляда представляющих один археологический интерес. Основной тип христианского храма в IV веке – базилика. Но базилика по своему происхождению не религиозное, а именно профанное здание, предназначенное для многолюдного собрания, для суда, торговли, политики. Это значит, что при построении храмов христиане сознательно отвергают в качестве прототипа и Иерусалимский храм, подробно описанный в Библии, и языческий.
А это так потому, что в свете христианства храм приобретает совершенно новый смысл, несовместимый со старым. Языческий храм архитектурно подчинен своему религиозному назначению – быть домом Бога, и потому в центре его идол или изображение этого Бога. Но христианский храм всецело подчинен пониманию самой церкви или христианского собрания. Поэтому и архитектура его подчинена идее собрания. В центре же его то, что превращает это собрание в церковь, соединяя христиан в живой храм тела Христова. Стол для совершения Евхаристии. Появление храмов таким образом не меняет ничего по существу в церкви, а напротив, сам храм наполняет новым смыслом. Но начиная с Константина, христианский храм воздвигается уже на виду у всех, перестает быть местом полутайных собраний, чтобы постепенно стать средоточием всей религиозной жизни города. В Константинополе, новой столице, которая была торжественно открыта в 331 году, Константин положил начало тому плану христианского города, который определит собой все градостроительство христианского средневековья. Этот город – мистический центр, или сердце которого – храм. Храм увенчивает город своим куполом или покрывает его своей священной тенью. Пускай сама эта идея заимствована из язычества, и историки до сего времени спорят о том, что вдохновляло Константина при перестройке им древней Византии. Введение святого центра христианской империи или же отголоски старых мечтаний о философском граде. Для следующих поколений Константинополь остался, во всяком случае, именно христианским средоточием империи. В храме отныне вся жизнь человека получает свою религиозную опору. Собрание церкви в нем постепенно совпадает с собраниями граждан. Устанавливается новая физическая связь церкви с миром. Мученик, пострадавший в этом городе, естественно, выделялся из сонма всех мучеников как свой святой, как духовный патрон города. Молитва, приносимая в храме о всех и за вся, ощущается теперь как молитва прежде всего за это место, за этих людей. В нее, естественно, включаются их повседневные нужды. Она по-новому объемлет всю жизнь человека, от колыбели до могилы, во всех ее проявлениях – государственном, общественном, хозяйственном. Да очень часто христианский святой в народном собрании принимает то значение, которое до него имел местный бог или гений, и богослужение церкви воспринимается опять как публичный культ, как религиозная санкция всех сторон человеческой жизни. Но одновременно храм и культ становятся теперь и главной формой проповеди христианства, все еще полуязыческому миру, школой нового христианского общества. Отвечая на все нужды этого мира, принимая на себя ту функцию, которую до нее выполняло язычество, церковь и здесь весь смысл этой эволюции изнутри все соединяет с благой вестью. Образ Христа становится в центре всего в мире. Сколько бы ни говорили о том, что быстрое развитие культа святых, вплоть даже до уродливых извращений его, в IV веке компенсирует физическую потребность в богах, в защитниках местных интересов остается то, что сам образ святого, житие его, читаемое в церкви, все в нем говорит уже о новом смысле жизни, зовет к тому, кем жил этот святой, кому отдал всего себя. Как бы ни переносили люди на христианский храм все то, что видели и чего ждали они от храма языческого, входя в него, они слышат теперь все же те же вечные, неизменные слова о распятом за наши грехи Спасителе, о совершенной любви, которую возлюбил нас Бог, о Царстве Его, как последней цели всего живущего. Освящение времени, так выразил один историк, сущность этой эволюции церковной жизни. Если высшей точкой и последним содержанием ее по-прежнему остается таинство, то есть предвосхищение всей полноты и всей радости Царства Божьего, вневременного, вечного присутствия Христа среди любящих Его, если к таинству по-прежнему ведет узкий путь крещального отречения от самодавлеемости этого мира, то лучи таинства освещают теперь и сам этот мир».
освящение времени, освящение природы, освящение жизни. Твердая вера, что в красоте не вред, а врачество твари. Медленное просветление всего образа Христа. Вот положительный смысл того, в чем так часто видят обмерщение церкви. Только не падениями и извращениями, увы, достаточно частыми, и нужно мерить это обмерщение, а его положительным вдохновением. В нем по-новому раскрывается все то же кафолическое, то есть целостное и всеобъемлющее самосознание церкви, как семени, брошенного в мир для его спасения. Давление государства, раболепство епископов. Но в конечном итоге Афанасий и Василий прославляются церковью как правило веры, а не Евсевий Никомедийский так прославляется. И их истину принимает, ей подчиняется и само государство. Счастливая случайность? Конечно, нет. В первый раз над государством и обществом, над всеми властями и авторитетами провозглашается принцип объективной истины, не зависящей ни от чего в мире. И мы почти не замечаем теперь, что эта превозносимая всем современным миром идея объективной истины вошла в сознание человека именно тогда, в этих спорах о словах, кажущихся нам иногда мелочными, что в них началось становление современного человеческого сознания, его веры в разум, в свободу, в бесстрашную встречу с реальностью, как она есть, ибо есть нечто сильнее ее – истина. Да, примирение с миром, принятие его культуры, форм его жизни, языка, мысли. Василий Великий и его друг Григорий Богослов будут всю жизнь вспоминать с благодарностью о золотых годах, проведенных ими в Афинском языческом университете. Вместе с Юлианом Отступником. Василий напишет даже маленький трактат о пользе для юноши изучать светскую, то есть языческую литературу. Григорий радостную тайну Троицы воспевает классическими стихами. Но это примирение совершается под знаком креста. В сам мир оно вносит образ абсолютного совершенства, а потому суд и раздвоение. Все освещается, но на все теперь отбрасывает свою тень грядущее царство. Мир стал конечным, осознается как путь, как борьба и нарастание. Ничто лучше не скрывает всего своеобразия этого примирения церкви с империей, чем возникновение в том же IV веке монашества. В истории церкви значение этого факта не меньше, чем обращение Константина. Обычно начало монашества связывается с именем преподобного Антония Великого. Его жизнь описал святой Афанасий Александрийский. И этот памятник навсегда остался мерилом монашеского идеала, определил все дальнейшее развитие его в церкви. Внешне жизнь Антония сводится к очень простой схеме. Он родился в Египте около 250 года в христианской коптской семье. Совсем еще молодым он услышал в церкви слова Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, раздай все, что имеешь, бедным, и иди за мной». И был потрясен ими. Он раздал все свое имущество и целиком отдал себя аскетическим подвигам. Начав их в своей деревне, он очень скоро уходит в пустыню, где в полном одиночестве проводит 20 лет. Этот период жизни Афанасий описывает как непосредственную борьбу с дьяволом, причем, большей частью, вполне реалистически. Затем начинается второй период. К Антонию отовсюду стекаются последователи, и он выходит из своего затвора, чтобы стать их учителем и руководителем. Принципы его аскетического учения изложены Афанасием в форме речей, которыми Антоний обращается к монахам. «Тогда, — пишет Афанасий, — монастыри воздвигались в горах, и пустыня была заселена монахами, людьми, отказавшимися от всех благ, записавшими свои имена в небесном граде. Но свою настоящую форму монашество обретает несколько позднее, с преподобным Пахомием Великим. Также уроженец Египта, он первый создает общежитие и его правила. Устав Пахомия лег в основу всех будущих монашеских уставов. Под его руководством
Сиваиди создается своеобразное монашеское государство, объединяющее тысячи лиц. Его посетил в 367-356 годах святой Василий Великий, который по возвращении в Малую Азию создал там со своим братом Григорием Низким и другом Григорием Богословом монашеское общежитие. Еще до этого учения Антония Иларион переносит монашество в Сирию и Палестину. В эти же годы оно начинает расцветать и на Западе. Но монашество не только увлекает все большее число людей в пустыню, в монастырь. Даже для тех, кто не становится монахом, оно очень скоро приобретает совсем исключительное значение. Описание жизни и подвигов пустынников, жизни Антония, жизнь Павла Фивейского, написанное блаженным Иеронимом, Лавсаик, история монахов и другие, на века становится излюбленным чтением всего византийского общества. Особенности монашеского богослужения проникают в городские храмы, чтобы в конечном итоге окрасить в свои тона все богослужения церкви. Нашим богослужебным уставом и поныне остается устав Лавры святого Савва, освященного в Иерусалиме. Монастыри возникают в самых городах. В середине VI века в одном Константинополе их насчитывается 76. Монахи принимают все деятельное, все руководящее участие в церковной жизни. Начавшись как мирянское движение, ни Антоний, ни Пахомий не имели никакой иерархической степени и, по-видимому, считали монашество несовместимым со священством, а тем паче с епископством. Монашество постепенно превращается в официальное и притом высшее церковное служение, так что в поздней Византии окончательно закрепляется практика посвящать в епископы только монашествующих. Начавшись с физического ухода из мира в пустыню, монашество утверждается в самом сердце его. Именно оно составляет один из самых конститутивных признаков того христианского мира, история которого начинается с обращения Константина. Что же означает это быстрое начало, этот успех монашества? В чем его причина? Многие историки, обмануты опять-таки внешними аналогиями, непременно хотели вывести его из каких-нибудь внехристианских источников, увидеть в нем очередную метаморфозу. Превращение белого христианства ранней церкви в черное христианство средневековья. Аналогия здесь в аскетической практике, столь подробно разработанной монахами, но которую в основных своих формах мы встречаем действительно и вне христианства. Уединение, борьба с помыслами, собирание внимания, бесстрастие и так далее. Все это пришло в христианство благодаря усилившейся в ту эпоху аскетической струе. А это последнее, в свою очередь, связано с дуализмом, признанием материи злом и источником зла. Монашество таким образом оказывается христианской формой манихейства, дуалистической секты, имевшей огромный успех в IV веке. Между тем, если в основе монашества, как его исходное вдохновение, лежит отречение от мира, то ведь нельзя не признать, что это отречение никак не могло быть чем-то столь абсолютно новым в христианском сознании, что его нужно выводить из манихейства или неоплатонизма, как это сделал Гарнак и другие историки. Если монашество в своем развитии заимствовало многое у других аскетических традиций, если даже в нем и были крайние течения, извращавшие его, то ни эти заимствования, ни извращения не суть причины его возникновения. Точно так же, как причиной христианского богословия не была греческая философия, хотя ее язык и был использован для ее раскрытия. На деле, и это хорошо показывает результаты кропотливой работы по изучению первых памятников монашества, произведенных за последние десятилетия, монашество есть не что иное, как воплощение в новых условиях того исконного евангельского понимания христианства, которое определяет собою жизнь всей ранней церкви. Отречение от мира есть условие христианства. Кто не оставит отца своего и мать свою? Отречение это не есть ни осуждение, ни отрицание мира. Но во Христе открылась людям слава будущего царства, и в свете его, ее,
проходит образ мира сего. Все устремлено все теперь к этой конечной точке, и все ей измеряется. Между тем в мире сем продолжает царствовать зло. Оно мешает нам идти к царству, отрывает от него тысячами соблазнов, искушений, иллюзий. Путь христианина оказывается узким путем борьбы. Не о силе ли зла, не о борьбе ли с ним, не об отречении ли ради царства, говорит Евангелие. В эпоху гонений сама принадлежность к христианству уже отделяла человека от мира и его жизни. Достаточно представить себе, пишет историк монашества, положение первых христианских общин внутри язычества мира, их полное отделение от общественной жизни, от театра, от цирка, от всех празднеств, то ограниченное пространство, в котором протекала их внешняя жизнь, чтобы убедиться в монашеском характере раннего христианства, жившего внутри мира, но в отдалении от него. Но чем больше сближался мир с церковью и проникал в ее внутреннюю жизнь, вспомним хотя бы понижение нравственного уровня христиан в конце II века, тем более в самой церкви усиливалось внутреннее выделение тех, кто стремился жить по мерке евангельского максимализма. Много примеров этого обособления аскетов мы находим уже в III веке. И можно сказать, что к началу IV века все составные элементы монашества налицо. А если, по словам святого Афанасия Великого, до Антония ни один монах не знал еще великой пустыни, то для самого Антония решающим оказался пример подвижника из соседней деревни, который уже упражнялся в жизни одиночества. Сверхприродная сущность христианской жизни, пишет один из новейших исследователей раннего монашества, всегда нуждалась в некоем абсолютном выражении, которое выявляло бы полную свободу христианства по отношению ко всем реальностям этого мира. Мученичество было первым, родившимся из внешних условий, ответом на эту потребность. Когда эти условия изменились, и мир перестал бороться с христианством, а напротив, предложил ему союз, который мог стать и очень скоро стал более опасным для духовных ценностей, не допускающих их натурализацию, монашество стало как бы утверждением их независимости. Оно не внесло ничего существенно нового в церковь первых веков, а оно было выражением в новой форме, созданной новыми обстоятельствами, того, что принято называть эсхатологическим характером христианства. Его остро сознавали первые христиане, и для них он воплощался в мученичестве. С самого начала также и идеал девства и вообще вольного отказа от тех или иных неплохих самих по себе благ развивался параллельно с мученичеством. Когда же это последнее исчезло, монашество не могло не стать всем, что мученичество воплощало и выражало. Но разве сущностью ранней церкви, источником и выражением всей ее жизни не было единства, собрание всех вместе, увенчиваемое и осуществляемое в таинстве, причащение всех одному хлебу и хлебом и одной чаши? Не противоречит ли монашеский идеал уединения, как условие спасения, первичному опыту церкви? Но здесь также монашество было реакцией на опасность легкого сакраментализма, усиливающегося в IV веке. Собрание церкви, как мы сказали, все очевиднее становится собранием граждан. Отделение его от мира, как таинство будущего века, все более номинальным. Монашество напомнит, что если в таинстве, в благодати, сообщаемой им, залог и источник новой жизни, то принятие ее совершается вольным подвигом человека. Так что подвиг Христа ни в чем не умаляет человеческой свободы, человеческого усилия. Подвязаясь в одиночестве, монахи в день Господень сходятся для Евхаристии, для собрания. Но в своем одиноком подвиге они раскрывают всю меру ответственности, которую возлагает на христианина его участие в таинстве. Показывает, перед какими абсолютными требованиями ставит оно совесть тех, кого освящает. Борьба с дьяволом, которого Евангелие называет князем мира сего, созидание в себе нового человека по образу Христа,
и как последняя цель – обожение, то есть общение с Богом, созерцание Его света, обладание мира и радости со Святым Духом, как уже апостол Павел определил Царство Божие. Вот идеал монашества и его опыт, запечатленный в огромной по своим размерам монашеской письменности. Этот опыт будет описываться все точнее. Художество духовной жизни на протяжении веков будет разработано до мельчайших подробностей. И по сравнению с этим опытом, с глубиной его прозрения в человека, его знания о человеке, часто мелкой и несерьезной становится иная научная психология. Надо прямо сказать, что до сего дня монашество является нам единственной в своем роде, на опыте проверенную, тысячами примеров подтвержденную, практическую удачу христианства. Это, конечно, совсем не значит, что теократически оно исключает возможность других удач, отрицает другие пути. Но в нем явлен несомненный успех хотя бы одного пути. В течение веков над всем христианским миром возвышался и светил лик преподобного. В этом лике, изможденном, постном, постом, бдением и подвигом, омытом слезами покаяния, просветленным умным видением, само тело, преобразившимся в дух, бесчисленные поколения христиан видели несомненные доказательства реальности нового неба и новой земли, тоску по которым Евангелие навсегда привило человеческой душе. Но кажется, совместить почти безраздельное господство именно этого монашеского образа с тем христианским миром на рождение, на медленное становление которого мы только что указывали. Не опустошает ли его изнутри торжество монашества? Не лишает ли всякого смысла? Ведь если монашество и пустыни признаются, как последняя норма даже теми, кто строит этот христианский мир или пользуется им, не оказывается ли само это строительство призрачным и греховно-суетным? Отвечая на эти вопросы, мы касаемся последней и вместе с тем важнейшей антиномии константиновского периода церковной истории. Вне ее всякое осуждение или оправдание этого периода будет неизбежно поверхностным и односторонним. Да, внешний христианский путь раздваивается как будто в непримиримом противоречии. Своим куполом храм покрывает и освещает теперь весь мир, всю его жизнь. Но из этого мира бегут, вне его ищут спасение десятки тысяч христиан. Но вот если бы это было просто разделение, если бы каждый из этих путей попросту отрицал другой, как ложный, то не было бы антиномии, а был бы только абсурд. Но антиномия называется видимое противоречие, для разрешения которого недостаточно одной логики, а требуется духовное усилие, прозрение в высшую истину. Между тем, своеобразие константиновского периода в том и состоит, что оба эти пути не рационально, а жизненно воспринимаются одинаково необходимыми, восполняющими друг друга. И в этом их сопряжении спасается, хотя бы только в видении, в замысле, целостность евангельской перспективы. Мир получает христианскую санкцию, благословляется церковью, но монашество становится для него той солью, которая не позволяет ему попросту подчинить себе христианство. В свете этого вечного напоминания он сам себя уже мыслит как тот мир, образ которого проходит, как путь к иной, последней, все завершающей, но и все судящей действительности. Монахи уходят из мира, но из пустыни благословляют христианскую империю, христианский град, и не устают молиться за них. Само это отречение воспринимают они как служение миру для его спасения. Пускай в действительности этот замысел воплощается только как чудо, как исключение. Пускай и в новом христианском обличии мир остается тем же самодавлеющим идолом, требующим служения себе. Пускай множество монашества часто оборачивается гнушением мира и духовным индивидуализмом.
все же внутренняя мера христианского делания в истории найдена, и она-то в Константиновом периоде позволяет видеть не только грехи и падения, оттеняемые изредка отдельными примерами личной святости, но и действительное начало христианского мира, того, в котором извечно борьба добра и зла получает, наконец, весь свой смысл. К концу века уже можно подвести некоторые итоги. С воцарением императора Феодосия Великого 379-395 годы завершается первый цикл в развитии новых церковно-государственных отношений. Эдикт 380 года объявляет христианство обязательной верой, делает ее окончательной государственной религией. Свобода, объявленная Миланским эдиктом, конечно, кончена, но мы знаем, что она была обречена с самого начала. Ее исключала природа античного государства, основная же черта его – теократическое самосознание. Не только не была уничтожена, но, напротив, усилена обращением Константина. Фактически преследование язычества началось уже при нем. Оно усиливается при его сыновьях. В 341 году законом запрещено безумие жертвоприношений. В 353 году осуждается всякий культ идолов и закрываются храмы. Правда, на практике законы эти почти не применялись. Язычество предоставляло собой еще достаточную силу, что и объясняет попытку возрождения его при Юлиане Отступнике. Культура, школа, наука надолго останутся почти монополией язычников. И все-таки обращение императора обрекает язычество на исчезновение. Причем процесс этот ускоряется по мере приближения императора к церкви. Надо открыто признать, что именно церковь требует от государства борьбы с язычеством, отрицает сам принцип терпимости. Забыв о словах Тертуллиана, обращенных гонителям христианства, и общее право, и естественный закон требует, чтобы каждый поклонялся Богу, в которого он верит, не подобает религии насиловать другую религию. Христианский писатель Сирмикус Материус в произведении о заблуждениях языческих религий, которое написал он для сыновей Константина, сам призывает их теперь к насилию. «Придите на помощь этим несчастным, лучше спасти их помимо их, чем позволить им погибнуть». Сознание христиан, в котором в опыте мученичества вспыхнул был евангельский идеал религиозной свободы, будет надолго ослеплено видением христианской теократии, которая уже не только благодатью, но и законом приводит ко Христу. И пройдет много времени, прежде чем осознан будет языческий характер этой теократии. С Феодосия Великого церковь – это уже не только союз поверивших, но и союз обязанных верить. Государственная санкция даст церкви небывалую силу и, может быть, действительно многих приведет к вере и новой жизни. Но в конечном итоге от нее же для христианского мира придет начало ее теперешнего распада и разложения, восстание самого мира против церкви. Далее. Вторым Вселенским собором в Константинополе в 381 году завершается начальная глава великих богословских споров. Никейское православие торжествует, но сам собор по своему духу уже далек от тех победно-радостных настроений, которыми собирались епископы в Никею. Теперь приходится залечивать раны долголетних разделений, и сказывается вся тяжесть арианской смуты. Так неопытный, наивный в высшей политике церковный Григорий Богослов, стойко защищавший никейскую истину в арианской столице, теперь оказывается лишним, уходит с собора, и горечь этого ухода сохранит до конца жизни. Церковь не без труда перестраивается для своего нового официального существования. Не у всех хватает мудрости, терпения, уступчивости. За догматическим единством начинает чувствоваться ревность древних кафедр Антиохии, Александрии и приобретающая все большее значение церкви Константинополя.
Издалека этим возвышением Второго Рима обеспокоена и кафедра апостола Петра. Весна православного византизма кончается, начинается зной и тяготы длинного пути. Одно имя нужно еще назвать в конце этой главы – имя святого Иоанна Златоуста. В его жизни, в его писаниях лучше всего можно почувствовать действительную обстановку церковной жизни тех десятилетий, а также измерить глубину и трудность начинающегося процесса. Антиохийский пресвитер, прославленный своим проповедническим даром, Иоанн в 398 году возводится на кафедру константинопольского епископа и с жаром отдается своему пастырскому служению, в котором на первом месте стоит проповедь. Собрание его проповедей в русском переводе составляет 12 больших томов. В центре его внимания христианская жизнь его паствы, жизнь во всем многообразии его положений, во всей ее повседневной действительности. Перед ними мир, принявший христианство, но столь близкий еще к язычеству, так глубоко отравленный грехом, неведением, само христианство, не принимающее слишком всерьез. Люди толпятся в храмах, но за стенами храма все та же распущенность нравов, ненависть, несправедливость. Златоуст говорит обо всем. Во всем носит огонь Христово учение, в его неумолимом растечении добра и зла. Но не только говорит, своим примером он показывает силу христианского милосердия. Он строит дома и приюты для бедных, обличает богатых, обрушивается на роскошь. Его социальный пафос вытекает непосредственно из Евангелия. Все зло, говорит он, происходит от этих холодных слов «моё», «твоё». Все люди равны, все имеют те же нужды, те же права. Поставьте Бога на место наших рабов, вы им даете свободу в завещании. Но и Христа освободите от голода, от тюремной нужды, от наготы. Семья, общество, понимание религии – все должно быть обновлено христианством. За это обновление Иоанн отдает свою жизнь. Он не боится обличить распущенность нрава в самом дворце. И вот начинается его крестный путь. Осужденный лжебратьями, сосланный императором, он умирает на пути в далекую ссылку. Но кажется, ни одному из своих святых не окружит Византия, ни одного. Такой любовью, таким почитанием, такой верностью, как его. Поистине, Златоуст будет ее совестью, его голос никогда не умолкает. Чтобы убедиться в этом, достаточно пересчитать количество рукописей, в которых дошли до нас его произведения. И опять-таки, далеко еще до современных идей социальной справедливости, политического равенства, организованной помощи неимущим, как общего долга. Все это придет много позднее. Но разве можно забыть этот идеал милосердия, жалости, братства, который никогда не ослабевал в железном византийском почитании бедности, как образ самого Христа, далекий источник всякого социального вдохновения. Златоуст завершает IV век, а его мученическая смерть переводит нас к следующей странице в истории православия. Глава 4. Эпоха Вселенских соборов. Века между 4 и 8 в учебниках церковной истории называется обычной эпохой Вселенских соборов. И, конечно, в этом процессе вхождение человеческого ума в разум истины, их неприходящее значение. Вершина их – 4-й Вселенский собор в Халкидоне в 451 году и провозглашенный им догмат о Бога-человечестве Христа. И совсем не случайно ни одно богословие, но и события внешние, политические – тесно связано с христологической смутой, сменившей арианскую, так или иначе определяется Халкидоном. Либо ведут к нему, либо суть его последствия. В последней своей глубине вся эта эпоха раскрывается как вопрошение о смысле богочеловечества Иисуса Христа для мира и для человека. Ведь спор о Христе есть всегда спор о природе человека и об его назначении. Этим жизненным содержанием спора и объясняется та страстность, с которой он велся. В
христологической перспективе была, как мы видели, поставлена уже и первая богословская тема о Троице, наполняющая собой IV век. От признания Христа Богом или творением зависело все понимание его воплощения и его земного подвига. Соединяет ли он действительно Бога и человека, или же между ними все так же пропасть, и человек обречен на рабство греху, смерти и разделению? Победа Никейского единосущия была первым ясным ответом. Христос – Бог. Боговоплощение – действительное, ничем не умаленное явление среди нас Сына Божьего, а в нем же любви Отца и благодати Духа, совершенное откровение, совершенное откровение совершенной триединой жизни. В арианской смуте перегорели все старые соблазны мысли, так долго не находившие слов для воплощения веры и опыта. Опыт же этот с первого дня был именно опытом богообщения во Христе. Но никейское решение, с таким трудом принятое, наконец, церковным сознанием, по логике человеческой мысли неизбежно должно было привести к следующему вопросу. Если в Христе с человеком соединился Бог, то как возможно такое соединение, и что в нем может означать человек? Не сгорает ли он от этого соприкосновения с Богом? Не сводит опять все соединение к некой иллюзии? Если Христос Бог, в чем ценность и смысл его человеческого подвига? Повторяем, вопрос этот был не исканием абстрактной формулы, которая удовлетворила бы греческий философский ум, не копанием в божественных тайнах, а размышлением о человеческой свободе, о смысле его подвига и его личного усилия. Уже в конце IV века, в непосредственной связи с арианскими спорами, вопрос этот был поставлен и неудачно разрешен одним из видных борцов за никейский символ, епископом Аполлинарием Лаодикийским. Аполлинарий толковал соединение в Иисусе Христе Бога и человека при помощи своеобразного урезывания человеческой природы. Божественный ум, логос, заменил в Иисусе логос человеческий, тварный. А так как ум есть высшая, главенствующая часть человека, то имея сам божественный ум, человек Иисус есть Бог. Аполлинарство было сразу же осуждено, как ересь. Не может быть подлинного спасения, если настоящий полный человек заменен во Христе урезанным и умаленным подобием его. Но снова, как и в случае Ария, осуждение еще не давало положительного ответа. По-настоящему начало спора и искания уже полного богословского разрешения его положено было в начале V века в столкновении Нестория Константинопольского с Кириллом Александрийским. Несторий и Кирилл принадлежали к двум разным течениям или школам христианской мысли, к двум различным психологическим восприятиям самого христианства, сложившимся постепенно и задолго до начала христологического спора. Это школа антиохийская и александрийская. Различия между ними выводили из многих причин, из разных философских влияний Аристотеля у антиохийцев, Платона у александрийцев, из противоположения семитического реализма эллинистическому идеализму, из разницы в религиозных навыках и традициях. Во всяком случае, различие касалось именно подхода к религии первичных интуиций в установке сознания. Богословски же оно выражалось главным образом в разных методах и толковании священного писания. Антиохийцы боялись аллегорий, символов, умножения духовных смыслов, всего того, что таким пышным цветом расцвело, как мы видели уже у Оригена. Они прежде всего искали буквальные смыслы, исторической точности в понимании текста, и затем уже строили свои богословские выводы. Эти выводы современный исследователь назвал антропологическим максимализмом. В стране волевой, героической аскезы внимание прежде всего привлекал человеческий подвиг Христа, его человечность. В ней было оправдание подвигов и усилий последователей Христа и свидетельство о человеческой свободе. Но в этом подходе, в основе своем правильном, евангельском,
очень легко можно было переступить тонкую черту, разделить Христа, выделить в нем его человеческий подвиг так, что он приобретал самостоятельное значение, и в образе праведника бледнело благовестие о вочеловечении Сына Божьего. В Сирии постепенно создавалась определенная богословская традиция. Ее дух уже ясно чувствуется у Диодора Тарского, одного из главных участников Второго Вселенского Собора. А систематически выражена она учеником Диодора, Феодором Монсуэтским, в учении которого с очевидностью вскрываются опасности антиохийского, или, как тогда говорили, восточного пути. Провинция Сирии называлась диоцезом Востока. Феодор уже ясно различает в Христе два субъекта, и для него единство между ними не единство личности, хотя с другим смыслом он употребляет это выражение, но единство воли, согласие, не столько единство, сколько согласованность двух. Это единство развивающееся, возрастающее. Христос, как совершенный человек, подобно всем людям, возрастал, возрастал и телом, и душою, возрастал и в познании, и в праведности, и в меру возрастания получал все новые дары Духа. Он боролся, преодолевая страсти и даже похоти. Это было неизбежно, казалось Феодору, раз Христос был действительным человеком. У Феодора все ударение сосредоточено на человеческом подвиге. Бог лишь помазует и венчает человеческую свободу. Но свою последнюю, уже явно еретическую форму, этот аскетический гуманизм получил у ученика Феодора Нестория. Блестящий проповедник, ученый, аскет. Он в 428 году приглашен был из Сирии императором Феодосием II на Константинопольскую кафедру. Здесь, с жаром, переходившим иногда в крайности, занялся он борьбой с язычниками и еретиками, а также нравственной реформой столичного клира. Его страстность сразу же создала ему врагов, в их числе была и сестра императора, Пульхерия. Нестор захотел очистить Константинополь от того, что казалось ему богословски неоправданным. Особенно ополчился он против названия Девы Марии Богородицей, термина, давно вошедшего в литургическое употребление. Его отвергал и Феодор Монсуэтский. «Безумие говорить, что Бог родился от Девы», — говорил он. «Родился от Девы тот, кто имеет природу Девы, а не Бог — Слово. Родился от Девы тот, кто от семени Давидова». Между тем этим словом, еще до всякого богословского уточнения, выражала церковь свою веру в абсолютное единство Бога и человека во Христе. Так что все, что говорилось о человеке, говорится о Боге. И наоборот, веру в абсолютный смысл евангельского утверждения, и слово стало плотью. Но рассудочный подход Нестория хотел логической ясности, а в ней-то и был еретический изъян антиохийских утверждений. Вражда к епископу сразу усилилась и распространилась далеко за пределами Константинополя. Все, что происходило в столице, теперь неизбежно получало вселенский резонанс. Против Нестория выступил архиепископ Александрийский Кирилл. Представитель Александрийского богословского течения по своим навыкам и методам, Кирилл унаследовал также и то богословское ясновидение, которое с такой силой выявил другой великий александриец Афанасий. Это была шедшая еще от Игнатия Антиохийского и Иринея Леонского традиция, в которой внутренней мерой, критерием богословия, признается церковный опыт спасения Христом или во Христе. Тем самым всякое богословское построение, неизбежно абстрактное, поскольку оно пользуется словами и понятиями, проверяется, как камертоном, своей экзистенциальной значимостью. Раскрывает оно или же умаляет в чем-либо то спасение, негнозис, о котором благовествует Евангелие. Кирилл был человеком страстным, борцом. Он не всегда разбирался в средствах борьбы, не находил часто и нужных слов. Но опасность всегда чувствовал верно и за всякие истины отдавал себя целиком. В проповедях Нестория он осознал извращение самого главного.
Весь смысл христианства по Кириллу, вся сущность спасения в единстве Бога и человека во Христе, в той единственной личности, в которой все лица соприкасаются с Отцом. И вот умаление и отрицание этого факта увидел в несторианском отвержении слово «Богородица». Он сразу же выступил с защитой этого термина в послании к монахам, а затем и в прямом обращении к Несторию, прося его пресечь вызванный им вселенский соблазн. В Константинополе этот протест встретили с неудовольствием. Там еще хорошо помнили о печальном деле Златоуста. Константинопольского епископа осудил, неправедно, не выслушав его, собор под председательством Феофила Александрийского, дяди Кирилла, и сам Кирилл участвовал в этом осуждении. То были годы, когда александрийские епископы пытались поставить предел безостановочному росту церковного влияния Константинополя. И в столице не без основания опасались властного, резкого и влиятельного Кирилла. Опять богословский спор осложняется церковной политикой. Пока Кирилл продолжал разоблачать Нестория, сначала в письмах к нему его знаменитое догматическое послание, а затем в специальных богословских трудах, Несторий, воспользовавшись жалобами некоторых александрийских клириков на своего епископа, своим характером Кирилл снискал себе многих врагов, его не любили за его неограниченный авторитет в Египте и при дворе, собирался судить его церковным судом. Вместо богословского ответа на богословское обвинение он стремился просто раздавить врага, пользуясь поддержкой императора, слабовольного и нерешительного Феодосия II. Видя опасность, Кирилл обратился в Рим. Там уже и раньше не любили Нестория за одностороннюю, без сношения с Римом, поддержку пелагиан, еретиков, мутивших в то время христианский Запад. Проповеди Нестория, которые тот прислал папе Целестину, были резко осуждены тамошним экспертом по восточным делам, марсельским игуменом Иоанном Кассианом. Таким образом, обвинения и жалобы Кирилла попали в Рим на благоприятную почву. И в августе 430 года собор епископов под председательством папы осудил учение Нестория, причем константинопольскому епископу для отречения от своих заблуждений дано было 10 дней с момента получения им римского решения. Решение же это было переслано в Константинополь через Кирилла, которого папа уполномочивал быть своим представителем. Узнав о постановлении Римского собора, Кирилл собрал в Александрии своих епископов, которые, конечно, подтвердили осуждение Несториева учения. Собор одобрил также составленную Кириллом для Нестория форму отречения в виде 12 анафематизмов. Весь этот материал и был послан Несторию и епископам главных восточных церквей Иоанну Антиохийскому, Ювеналию Иерусалимскому и Акакию Верийскому, друзьям Нестория и последователям Феодора Монсуэтского. Нестория, между тем, чтобы парировать то, что ему казалось новым нападением александрийского честолюбия, сумевшего и Рим обратить на свою сторону, убедил императора созвать для решения дела Вселенский собор. Сакра императора, разосланная в ноябре 430 года епископом, созывала их на Пятидесятницу следующего, 431 года, в Ефес. Внешняя история Третьего Вселенского собора трагична. Он собирался в атмосфере взаимных подозрений, обид, непонимания. И снова, как и в Арианской смуте, это было не только столкновение белого и черного, православия и ереси, но и действительное непонимание из-за различий в оттенках мысли и употреблении слов. Снова синтезу должен был предшествовать синтезу длинный и мучительный анализ, путь медленного согласования слов и традиций. Восточные епископы во главе с Иоанном Антиохийским, хотя и были взволнованы и испуганы теми крайними и задорными выводами, которые делал Несторий из привычных для них предпосылок, не из-за одной только дружбы к нему, выступили против Кирилла. Язык Кирилла и его богословие пугало их гораздо больше, казалось им уже прямо неприемлемым. Его 12 анафематизмов вызвали в Сирии целую бурю протестов и осуждений.
Особенно резко высказывается против них Феодор Кирский. Светило антиохийского богословия. Критика несторианства, развитая святым Кириллом Александрийским, пишет протоиерей Флоровский, не убеждала, но смущала восточных. Не потому, что все они действительно впали в несторианскую крайность, но потому, что боялись крайности противоположности. Нужно признать, что святой Кирилл не умел найти бесспорных слов, не дал отчетливых определений. Это не значит, что его богословский опыт был смутным и двусмысленным. Но с богословской прозорливостью он не соединял того великого дара слова, которым так отличались великие каппадокийцы. Особенно опасны и впоследствии отвергнутой, была употреблявшаяся им богословская формула «Единая природа Бога Слова, воплотившаяся», которую Кирилл считал цитатой из Афанасия Великого, но которая в действительности принадлежала осужденному уже церковью Аполлинарию Ладикийскому. Последователи Аполлинария, чтобы распространять его взгляды, надписывали его произведения именами бесспорных авторитетов церкви, играли на авторитете лица. Ее можно было понять как отрицание во Христе человеческой природы, всецело поглощенной божеством. Человек по этому учению, так казалось восточным, не спасается, а сгорает в испепеляющем прикосновении к нему божества. Поэтому понятно, почему восточные собирались в Ефес с волнением. Они ехали обличить и осудить прежде всего ереси Кирилла, не соглашаться до конца и с Несторием. Несторий также ждал от собора торжественного осуждения Александрийца. Императорское письмо, созывавшее епископов Ефес, было составлено в резких против Кирилла выражениях. В сущности, пишет монсеньор Дюшен, собор был созван против Кирилла. И это нужно иметь в виду для правильной оценки поведения Александрийского епископа в Ефесе. Оно подвергалось критике даже в православной «Ефесский путь православия». Кассета 2, страница 151. И это нужно иметь в виду для правильной оценки поведения Александрийского епископа в Ефесе. Оно подвергалось критике даже в православной исторической науке, для которой святой Кирилл – один из величайших отцов и учителей церкви. Не говоря уже о попытках попросту реабилитировать Нестория у протестантов. В современной литературе об Ефесе Несторий очень часто выставляется мучеником, а Кирилл – гонителем, осудившим заочно. Без суда, без личной встречи своего врага. Действительно, внешнее поведение Кирилла может вызвать сомнения. Но нужно помнить, что, приехав в Ефес со своими епископами, он натолкнулся на очевидную поддержку Нестория со стороны императорских чиновников, которым была поручена организация собора. Кирилл хотел богословского решения, а готовилось его осуждение и низложение, и уже не по богословским, а по чисто дисциплинарным причинам, при открытом поощрении государственной власти. Две недели прошли в ожидании восточных, опаздывали и римские легаты, а настроение становилось все более напряженным, в городе росла тревога. И вот Кирилл решил не ждать больше. И 22 июня открыл собор, несмотря на протесты императорских чиновников и епископов, поддерживавших Нестория. Протест был подписан 68 епископами. Таким образом, открывшийся собор был собором одних единомышленников Кирилла. Но его поддерживало и городское население во главе с епископом Ефесским Мемноном. Ефес, по первохристианскому преданию, был городом Божией Матери и апостола Иоанна. Несторию были посланы три вызова явиться. Конечно, он их отверг. Из обвинителя он внезапно оказывался обвиняемым. Тогда Кирилл приступил к заочному суду. Епископы одобрили его писание против Нестория, и константинопольский епископ был единодушно осужден. Представитель императора, комит Казидион, протестовал, но действовать открыто боялся. Весь город был за Кирилла. Когда поздно ночью, осудив Нестория, епископы вышли из храма, где они заседали, их встретила огромная толпа,
и с зажженными факелами и с триумфом проводила по домам. Через 4 дня прибыл, наконец, караван восточных во главе с Иоанном. Возмущенные происшедшим, они немедленно составили свой собор, на котором осудили и низложили Кирилла и его единомышленников за ересь и нарушение церковного мира. И хотя они не вступили в общение с Несторием, смута перешла в открытое разделение. В завершение всего прибывшие последними римские легаты присоединились к Кириллу, и в их присутствии осуждение Нестория было подтверждено. Собор Кирилла имел еще несколько заседаний, но подтвердил никейский символ он, запретив что-либо добавлять к нему. Будущий аргумент православных против прибавления на Западе филиоквы, то есть в словах о Святом Духе от Отца Исходящего, прибавления и от Сына, или составлять новое, решил несколько канонических вопросов, между прочим, признал церковную независимость Кипрской церкви от Антиохии, которой до этих пор она была подчинена. Обе стороны, а также и Кандидиан, отправили донесение о всем происшедшем императору. Каждый старался представить все дело в наиболее выгодном для себя свете. Мы видели, что до сих пор симпатии Феодосия были на стороне Нестория и восточных. Но теперь несториане в Константинополе настроение стало меняться. Голос церковного народа все яснее высказывался против Нестория. Столицы процессии монахов требовали его осуждения. Даже его друзья, возмущенные процедурой Кирилла, молчаливо принимали это осуждение. Таким образом, несмотря на все, осуждение Нестория принималось всей церковью и было церковным. Но для восточных главным вопросом был уже вопрос не о Нестории, а о том, что им представлялось еще большей ересью, об учении самого Кирилла. Император колебался. Его первая реакция очень типична. Он хочет восстановить мир, удалив спорных лиц из обоих лагерей, то есть и Нестория, и Кирилла. Но государство никогда не поймет, что такого рода методы неизбежно обречены на неудачу. Затем он вызвал к себе в Константинополь представителей обеих партий, но и тут никакого соглашения достигнуто не было. В этот момент Несторий сам отказывается от своей кафедры, и это позволило в преемнике ему выбрать лицо, приемлемое для всех. Кирилл же, игнорируя императора, попросту вернулся к себе в Александрию, где он был под защитой преданного ему народа, и где всякая попытка тронуть его могла вызвать народный бунт. Бессильному Феодосию не оставалось ничего другого, как только признать всех и примириться с фактическим разделением. Фактическая свобода, предоставленная церкви, как всегда, оказалась целительной, хотя и не сразу. Взаимные отлучения, обиды, осуждения нарастали. И многим стало казаться, что пора искать выхода из создавшегося тупика. Нашлись умы и сердца, сумевшие подняться выше личных обид и партийной солидарности. Столетний старец епископ Акакий Верийский написал Кириллу, предлагая предать забвению полемические документы этого спора и решить вопрос по существу. Речь шла о приемлемом для восточных толкований богословии Кирилла. Сначала начались длинные изложения веры и апологии. Обе стороны были искренни, за каждой действительно стоял призрак ереси. Объяснения Кирилла многих удовлетворили. По сознанию-то он был, несомненно, православен. В конце 432 года в Александрию был послан из Антиохии Павел Ефесский с изложением веры восточных, которое, в свою очередь, принял и Кирилл. Теперь можно было восстановить мир. Кирилл вступил в общение с Павлом, и этот последний отправился домой с подписанным Кириллом Томасом. Постепенно его подписало и большинство восточных. В 433 году общение между Египтом и Сирией было восстановлено. Формула единения, подписанная Кириллом, и есть, строго говоря, догматический итог и эпилог Ефесского собора. Эта формула составлена на антиохийском богословском языке. Но тем яснее здесь грань между православием и несторианством. Это победа православия над обеими крайностями.
Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Он единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. Ибо совершилось соединением двух естеств, то есть природы. Посему исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. Исповедуем Святую Деву Богородицей, ибо Бог Слово воплотился и вочеловечился, и в самом зачатии соединил с собою храм от нее воспринятый. Это был язык Антиохии. Но принимая его, Кирилл ничего не уступал из того, за что боролся. Здесь было твердо выражено исповедание одной личности во Христе. Ограждена была спасительная вера в действительное соединение Бога и человека в одно лицо, в одного Бога-человека. Таков православный эпилог Ефеса. Буря улеглась, но, конечно, с трудом. Несторий томился в отдаленном ливийском оазисе. Неизжитые обиды продолжали давать себя чувствовать. За старыми опасностями уже вставали новые. И все же устами Кирилла, вопреки его страстности, неразборчивости в средствах, истина восторжествовала. Но в христологическом споре Ефес был только тезисом. Теперь наступало время для антитезиса. Церковь сравнительно легко победила несторианство. Его защищали только богословские верхи антиохийского богословия. И то больше из страха перед крайностями александрийцев, чем из действительного сочувствия Несторию. Что же касается массы христиан, то они давно уже божество Христа ощущали, да и сейчас ощущают, неизмеримо сильнее, чем его человечество. Тайну воплощения переживало больше как пришествие и явление Бога, чем как свободное, целостное, совершенное, но и неслитное соединение с ним человека. А потому осуждение Нестория не могло не ускорить процесса, который намечался с самого начала христологического спора и привел к оформлению самой значительной по размерам, самой трагической по своим последствиям для церкви из всех ересей той эпохи – монофизитства. Мы знаем уже, что, споря с Несторием, Кирилл употреблял сомнительное определение Христа – одна природа Бога, Слово, воплотившееся. Для него самого оно не означало слияние Бога и человека, но только реальность их соединения в одном лице или личности. И это позволило Кириллу распознать и принять правду антиохийцев, отстаивание ими полного человека в Христе. Но вот для слишком многих из его последователей это казалось развенчиванием Христа, унижением Бога. Всякое различие в нем двух природ, столь необходимое для правильного понимания Евангелия, переживалось ими как неспровержение всего христианства, как отрицание того обожения человека, в котором последняя цель спасения – Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Святой Афанасий Великий. В особенности же в монашеском опыте борьбы с естеством, человеческой слабостью, удобопривратностью, греховностью, психологически так легко можно было перешагнуть черту, отделяющую борьбу за подлинного человека от борьбы против человека. То есть прийти к простому отрицанию коренного добра человеческой природы. Обожение начинало казаться уничтожением в себе всего человеческого, как низкого и недостойного, как скоро мимо приходящего зловония. Но тогда непонятным становилось это богословское ударение на человека в Христе. Не в том ли вся радость христианства и все оправдание непомерных аскетических подвигов, что он не человек, и что каждому в нем открыта возможность тоже перестать быть человеком, преодолеть человечность. Таковы психологические предпосылки монофизитства. И как только умер Кирилл в 444 году, началось открытое восстание против соглашения 433 года во имя возврата к одной природе – миофизис, одна природа. Сигнал был дан из Константинополя одним из общепризнанных авторитетов всего восточного монашества, архимандритом Евтихом. Он утверждал, что воспринятое Христом человечество отлично от нашего. Поэтому сравнивать Христа с людьми, даже по человечеству, неблагочестиво.
Это была крайность мистического опыта, как развоплощение и отрицание евангельского Христа. Все восточное казалось Евтиху ненавистным. Он вел огромную переписку, имел влияние при дворе и всюду всячески старался уличать антиохийскую ересь, особенно же главного представителя антиохийства Феодорита Кирского. На Востоке, естественно, нарастала тревога. Феодорит выступил с обличением против Евтиха. Но теперь уже двор был явно против антиохийцев. Снова началась травля восточных. И императорским указом 12 анафематизмов Кирилла, которые он сам молчаливо обошел в соглашении 433 года, были провозглашены правилом веры. Преемник Кирилла Диоскор систематически готовил торжество Александрии и александризма в его крайней форме. Но и в церковных кругах Константинополя крайности Евтихия многих пугали. По настоянию Евсевия Дорилейского, который когда-то первый выступил против Нестория, епископы, находившиеся по тем же или иным делам в столице под председательством Флавиана Константинопольского, рассмотрели учение Евтиха и вынуждены были осудить его как неправославное. Он наотрез отказывался исповедать во Христе две природы. Евтих пожаловался по старой памяти в Рим, но папа Лев Великий, ознакомившись с присланными ему Флавианом протоколами суда, всецело одобрил константинопольское решение. Началась снова буря. Особенно неистовствовали монахи, слепые приверженцы Кирилла, следовавшие не столько духу, сколько букве иных его выражений, от которых он и сам отказался. Император, все тот же слабовольный Феодосий, склонявшийся в сторону Евтиха и не добившись от Флавиана пересмотра его осуждения, решил снова собрать Вселенский собор в том же Ефесе. Но на этот раз уже не могло быть сомнения в том, чего хотел он от этого собора. Феодориту Кирскому, общепризнанному главе антиохийского богословия, было запрещено участвовать в соборе, председателем которого был заранее назначен Диоскор Александрийский. Монофизические же симпатии этого последнего не были ни для кого секретом. Папа Лев отказался приехать на собор. В это время полчища Аттилы приближались к Риму. Он прислал двух легатов и догматическое послание, адресованное Флавиану Константинопольскому. То, что произошло в Ефесе 8 августа 449 года, в истории осталось под именем разбойничьего собора. Все прошло под знаком самого настоящего террора. Диоскор царствовал, опираясь на ватагу фанатиков-монахов, наводнивших город. Он имел почти формальное приказание императора оправдать Евтиха и ликвидировать всякое сопротивление учению об одной природе, притом в ее самой крайней, далеко ушедшей от Кирилла, форме. Под угрозой побоев, под давлением полиции, в криках и хаосе все нужные решения были приняты. Почти никто не расслышал негодующего возгласа молодого римского диакона «Протестую!». Полумертвый от побоев, Флавиан все же успел написать письмо к папе. Его не изложили и сослали. Остальные, уступая насилию, подписали. Такого позора, такого падения церковь еще никогда не переживала. Император позор этот скрепил государственные санкции, и все враги Евтиха вступили на горький путь ссылки. Опять над восточной церковью торжествовали насилие и ересь. Но только насилием и может действовать зло. И тогда оно рано или поздно, но изобличает само себя. Несмотря на все препятствия, римскому легату Иларии удалось вернуться в Рим, рассказать папе о происшедшем и передать апелляцию Флавиана. За ним вскоре прибыл туда же Евсевий Дорилейский и посланца от Феодорита Кирского. Лев немедленно отправил послов в Константинополь, требуя от Феодосия пересмотра всего дела. Но Феодосий в это время скончался. Его сменила его сестра Пульхерия, в богословии державшейся умеренной линии низложенного Флавиана. В Константинополе атмосфера сразу переменилась. Разгулу фанатиков наступил конец. Пульхерия и ее муж император Маркиан поняли, что пришло время серьезно и до конца решить вопрос богословский, ввергший церковь в такие смуты и тем самым утвердить, наконец, прочный мир. Вселенский собор назначенный было сначала в Никее,
Перенесен был затем в малоазийское предместье Константинополя, Халкидон, где и открылся в базилике святого Ефимия 8 октября 451 года. Внешне главная роль на Халкидонском 4-м Вселенском соборе выпала на долю римских легатов. Опять разделенный, измученный спорами и ослабленный Восток принимал посредничество Папы Льва. Его догматическая Томас, написанная еще к собору 449 года, был принят как норма православного учения. Это была умеренная линия, сочетавшая мысль Кирилла с языком антиохийцев. Ясно и четко исповедовались две природы во Христе. Такого же направления держались и императоры, и их представители, руководившие дебатами. Но на этот раз действительно, только формально, не навязывая своего богословия. Приняв послание Льва как правило веры, собор в нескольких бурных заседаниях осудил разбойничье епископское действие 449 года и главных его виновников. Диаскора в первую очередь. Большинство епископов считали свою задачу исполненной, но императоры и легаты требовали от них ороса, то есть общеобязательного и ясного вселенского вероопределения. Почти против воли собора назначена была комиссия, в которой кроме римских легатов представлены были обе богословские школы. Вот эта комиссия и представила собору знаменитый текст халкидонского догмата. «Последуя святым отцам, мы согласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, одного и того же истинно Бога и истинно человека из души разумной и тела, единосущного Отцу по Божеству и единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради нашего ради спасения от Девы Марии Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа Единородного, в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие природ, но сохраняется особенность каждой, и они соединяются в одно лицо и одну ипостась, нерастекаемого или разделяемого на два лица, но одного и того же Сына, Единородного Бога Слова Господа нашего Иисуса Христа, как о нем учили прежде пророки, и сам Господь Иисус Христос научил нас, и как то передал нам символ отцов. Две природы в соединении неслитном, неизменном, нераздельном, неразлучном, даже неискушенный в богословии и философии, не может сразу не почувствовать, что именно в этих словах найдено было, наконец, то золотое правило, которого в таком напряжении жаждала церковь. Слова эти все отрицательные. Что может сказать человеческий язык о тайне личности Христовой? Но это отрицательное определение имеет неисчерпаемый религиозный смысл. Оно навеки отражает, описывает, выражает то, что и составляет саму сущность христианства, самую радостную тайну Евангелия. Бог соединился с человеком, но в этом соединении человек сохраняется во всей своей полноте. Он ни в чем не умален. И вот в нем полностью Бог. Одна личность, одно сознание, одно устремление. Халкидонский догмат дал человечеству новое измерение. Его подлинная мера – Бога-человечество. И то, что извне, может казаться риторическим равновесием слов, на деле выражает веру, надежду и любовь в церкви, двигающую силу всей нашей христианской жизни. Бог приходит к человеку не для того, чтобы умолить его, но чтобы божественную личность сделать личностью человеческой. Халкидонский орос заканчивает диалектическую раздвоенность Антиохии и Александрии. За тезисом и антитезисом приходит синтез. И с этого синтеза начинается уже новая византийская глава в истории православного богословия. Халкидон есть богословская формула исторического православия. Выраженная опять-таки на антиохийском языке, она парадоксальным образом являет веру Кирилла Александрийского.
и он остается для нас предтечей и истолкователем Халкидона, великим учителем в смысле боговоплощения. В Халкидоне перегорела историческая ограниченность каждой школы, были преодолены двусмысленность и недостаточность слов. Он завершает старое и начинает новое. Из халкидонского чуда, как из своего источника, вытекает все православное богословие и его раскрывает и толкует. И нет, не должно быть предела этому толкованию. Но провозглашение халкидонского догмата, как до него никейского, надолго опередило настоящее понятие его церковным сознанием. Если Никея в конце концов восторжествовала во всей церкви, Халкидон, в историческом плане, привел, увы, к отделению от нее целых церквей, отделение, продолжавшемуся и до сего дня. Мы указывали выше на психологические и религиозные корни монофизитства. Если даже и сейчас для подавляющего большинства христиан догматы Троицы и двух природ во Христе остаются абстрактными формулами, не прорастают в благочестие, то в тот момент халкидонское определение многим могло казаться настоящим отступничеством от исконного религиозного опыта. Прибавим к этому, что халкидонское определение было составлено на трезвом языке антиохийцев, что собор оправдал и принял в общение главного врага Евтиха и бывшего друга Нестория Феодорита Кирского, что он торжественно осудил александрийского архиепископа Диаскора, и мы поймем, почему исторически он не мог не вызвать против себя реакции. По настоящему соборному решению радовались только горстка антиохийцев и римские легаты. Его принимали умеренные в Константинополе. Но уже в Египте оно казалось предательством заветов великого Кирилла. Теперь к египетскому присоединилось и сирийское монашество. Халкидон – реабилитация Нестория. Под этим лозунгом монашеское движение против собора, увлекшее за собой церковные массы, сразу приняло угрожающие размеры. Но резонанс и трагические последствия этой реакции объясняются не одними богословскими и религиозно-психологическими причинами. В монофизитском кризисе нужно видеть нечто большее, чем один рецидив крайних александрийских соблазнов. Он потому так глубок и так велико значение его в истории православия, что в нем скрылись все противоречия. И скажем прямо, соблазн того союза церкви с Римской империей, что был заключен при Константине. Если духовно и богословски Халкидон был действительно чудом, неисчерпаемым источником богословского вдохновения, то в плане церковно-государственном в истории христианского мира он знаменует собою резкий перелом. Здесь уместно отметить, что параллельно с догматическими спорами уже в IV веке началась эволюция церковного устройства, неизбежная ввиду нового положения церкви в империи. Общий смысл ее можно определить как согласование внешнего церковного устройства с административной структурой империи. Процесс этот не был критическим. В нем продолжалось то развитие, начало которого мы видим задолго до обращения Константина. Постепенное соединение нескольких больших церковных областей, объединенных каждая вокруг старшей церкви. Никейский собор своим местным каноном санкционировал это положение. Он признал фактически примат Рима на Западе, Александрии в Египте, Антиохии в Сирии. Но поскольку приматы эти создавали органически, каждый из них отражал все своеобразие местных условий роста церкви в данной части Римской империи. Так Рим был на Западе единственной апостольской кафедрой. Его значение там было исключительным. Но была разница между каноническим или юрисдикционным приматом Рима над ближайшими итальянскими церквами, его моральным авторитетом, признававшимся, как мы видели, и за пределами Италии, в Африке, Испании, Галлии. Африканская церковь искренне имела свою особую структуру и каноническую практику. Высшим авторитетом в ней был регулярный собор ее епископов, собиравшийся два раза в году. Также и на Востоке канонические формы церковного союза были различны в зависимости от разных исторических условий. В Египте мы сразу видим почти полную централизацию.
вся власть сосредоточена в руках Александрийского епископата или папы, и по отношению к нему епископы имеют положение, которое по аналогии с современностью можно определить как статус викарного епископа. В Сирии, напротив, местный епископ был гораздо более независим в своей церкви, хотя и там центром согласия с самого начала была церковь второго по значению города империи Антиохии. Меньше, чем эти три апостольские кафедры, но все же центром был Ефес для Малой Азии. В других областях таких больших центров не было, и там церкви группировались обычно вокруг митрополии, то есть столицы, провинции. Характерно, например, что церковь Иерусалимская, некогда мать всех христиан, к концу III века представляет собой не больше, чем простую епископию в орбите митрополии Кесарии Палестинской, государственного центра Палестины. И только с IV века, благодаря особенному интересу Константина к святым местам и наплыву паломников, начинает возрастать и церковное ее значение. Все это показывает, что если с самого начала неразложимым ядром церковного устройства была местная церковь, то есть община или собрание, возглавляемое одним епископом, пресвитером, пресвитерами и диаконами, ибо это ядро вытекает из самой природы церкви, как видимого воплощения в каждом месте нового народа Божьего, то формы взаимоотношений или канонической связи между этими церквами были различны и определялись местными особенностями роста и развития самого христианства. Одно несомненно, сама эта связь мыслилась и ощущалась столь же необходимой и первичной, как и структура каждой общины. Ни одна церковь не была самодавлеющей, хотя бы потому уже, что ее епископ рукоположение получал от других епископов, и этим выражалось и осуществлялось единство благодатных даров и благодатной жизни всей Вселенской Церкви. Но формы этой связи все же развились. Если в некоторых областях высшей канонической инстанцией была митрополия, то есть объединение группы церквей вокруг церкви главного города провинции, епископ, который признавался митрополитом, то в других митрополиях, в свою очередь, объединялись вокруг еще более древней, великой или апостольской церкви, составляли церковную область. В Египте же, напротив, не было митрополий, а все епископы своим непосредственным приматом имели Александрийского архиепископа. На митрополитских собраниях решались общие дела, он был апелляционной инстанцией для жалоб на местного епископа. Регулировал отношения между епископами. Если нужно, видоизменял границы епископии и тому подобное. Все епископы митрополии под председательством митрополита принимали участие в рукоположении новых епископов. Постановления же соборов, касающиеся церковного устройства, дисциплины и так далее, получили название канонов, правил. Из IV века появляются уже сборники канонов. Так, например, в IV веке широкое распространение получили 85 так называемых апостольских канонов, до сего времени лежащие в основе православной канонической традиции. К ним постепенно прибавлены были каноны вселенских соборов, а также и поместных, имевших общецерковное значение, например, канон Антиохийского собора 341 года, о котором мы говорили в предыдущей главе. Свою окончательную форму канона